можно такое. Потому что товара у нас ездит как раз очень много. Сейчас вам покажу. Здесь офисы. Офис без окна, но вполне просторный. Первый этаж. Расставляем мебель по вашему запросу. Раз, два, три. Ну, на три рабочих места, наверное, вполне, тоже вполне комфортно. Есть с окошком. Здесь сейчас вам тоже покажу. Здесь как раз напротив пока еще он остался. Так, проходите. С окошком, конечно, посимпатичнее. Ну, вот кому как комфортнее. Ну, в принципе, да, повеселее, наверное. С окошком точно веселее. И, в принципе, есть еще парочка офисов вот такого же типа, как 201-й, я вам только что показала. Если желаете, могу. Просто пройдемся по общим зонам. Пойдемте. Прямо по курсу у нас кухня. Все так же стандартно. Чай, кофе в вашем распоряжении. Сложные приборы. Направо повернем туалетные комнаты. Сейчас пройдем сюда. Шкафчики, кстати, у нас тоже сдаются в аренду как складское помещение. Там можете хранить свои вещи для вашего удобства. Вот здесь у нас туалетная комната. Можете пройтись и смотреть. Да нет, ну я думаю, не стоит. Все стандартно, только цвет разный.